Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить квесты даэтрических лордов или даэтрических принцев Скайрима. Сегодня у нас на очереди Малакат. Малакат — один из принцев Даэдра, бог проклятых, орчий бог или принц изгоев. Согласно распространенным духам, Малакат является не настоящим принцем Даэдра, а Тременаком, который был превращен Боэтией в Даэдра. Тренимак — это такие герои, странствующие, то есть призрачные духи героев, которые странствовали по просторам Нирна. Его сфера — это покровительство изгнанников и презренных. Он хранитель верных клятв и кровавых проклятий. Собственно, для того, чтобы начать квест, нам нужно попасть вот в эту крепость Ларгашбур, которая находится недалеко от Рифтона. Давайте туда и отправимся. Не стоило сюда приходить. Ух ты, скотина. Вот это называется «разучился я играть», да? Ну, спасибо тебе, Скайрим. Хорошо, ты меня встречаешь. Шо пиздец, хорошо. Ладно. Так, куда мне, собственно, двигаться-то? Ларгашбур. Поскольку я играю за орка, следующим решил выбрать именно Малаката. Интересное божество, его статуи любят использовать мододелы. Сейчас мы только дойдем до поселения, и вы увидите, о чем я говорю, ну, для тех, кто не в курсе. Ничего не нужно от чужаков. Ямарс позаботится о нас. Мы не можем так дальше. Ты знаешь, что мы обречены, если ничего не делать. Ямарс сказал, что не подпускать чужаков в Ларгашбур. Ты заставишь меня ослушаться? Тебе будет важно не выпускать нас за стену. Верь мне, Угор. Я хочу племени добра. Ладно, это твоя голова. Вот, собственно, мы попадаем и в крепость. Нам нужно найти ихнего вождя. Ну, поскольку я пришел вечером, давайте-ка дождемся утра. Гор, она просто делает то, что ей приказали. Что тут происходит? Прошу, наше племя страдает, и нам нужна помощь. Наш вождь Ямарс был когда-то сильным и гордым воином. Теперь он проклят. Он слаб. И все наше племя слабо. Великаны это чувствуют и нападают на наши земли. Теперь они хотят напасть на наш дом. Ямарс не хочет помощи, но я чувствую, что без тебя мы не обойдемся. Что я мог сделать для вас? Ямарс приказал, чтобы мы не выходили наружу. Мы не можем уйти. Я должна просить Малаката об избавлении. Нужно снять это проклятие. Но я не могу отправиться в святилище Малаката. Ритуал придется провести здесь, а у меня нет нужных ингредиентов. Молю тебя, принеси мне жир тролля и сердце Даэдра. Я не хочу зависеть от чужака, но у меня нет выбора. Собственно, квест получен. У меня нету только сердца Даэдра, но это мы сейчас исправим. Собственно, тут мы можем ее расспросить. Расскажи мне про Малаката. Куда мы катимся? Чтобы орк не чтил Малаката, своего владыку? Он скор на гнев и нелегко прощает. Кто согрешит против Малаката, тому суждены долгие и ужасные мучения. От своих орков он требует верности и силы. Мы старались почтить его, но он разгневался на нас. Потому мы страдаем.
что ж, поспеши. Скоро вернусь. Мы на тебя рассчитываем. Касаемо сердца Даэдра, вы можете получить его двумя способами. Первое это... Даже тремя способами. Первое это купить у алхимиков после 30 или 35 левела. Второй способ это выбить с Даэдра. Самый простой способ, то есть они спавнятся раз в несколько дней вот в этой зоне. Тут есть храм Мируна Садагона. Он открывается после того, как мы пройдем квест этого даэдрического принца на бритву Мируна Садагона. Там будет 4 Даэдра, неплохое место для фарма. Ну и, собственно, консольная команда. Давайте-ка так и сделаем. Сейчас наглядно покажу, как это делается. Ну, это, повторюсь, для тех, кто не в курсе. Стандартная команда, на самом деле, плеер, точнее, ADD item. 5B, там, одну штуку. Сердце Даэдра добавлено. Собственно, на, получи свой ингредиент. Я останусь здесь и буду ждать, пока... Хорошо, пойдем же со мной. Ты теперь часть этой истории. Тебе нужно присутствовать при ритуале. Пора, Ямарс. Ты приводишь сюда чужака, а теперь хочешь, чтобы я воззвал к Малакату о помощи, когда он явно оставил меня. Ты испытываешь мое терпение, Атуб. Безделье не снимет проклятие с нашего племени. Мы должны попытаться. Ладно, покончим с этим. Итак, наше племя пока обходилось без твоей великий помощи. Великий Малакат, мы умоляем тебя о помощи в минуту нужды. Зачем мы с этим возимся? Жалкий трус. Что это? Малакат услышал мои мольбы. Он говорит с нами. Ты смеешь вызывать меня, Ямарс? Что? Что это? Убью! Не вовремя. Дерется настоящий орк. Очень не вовремя ты прилетел, мразь. Освобожу тебя от проклятия. Да будет так, Малакат сказал, Ямарс. Твой путь ясен. Хорошо. Эй, ты, чужак, подойди сюда на два слова. Это все твоя вина. Теперь мне придется драться с великаном. По твоей милости. Поэтому ты мне поможешь. Ты пойдешь со мной
и будешь защищать меня по дороге к великану. Не волнуйся, я тебе заплачу. Чего ты от меня хочешь? Этот великан не единственный обитатель пещеры. До него еще попробуй доберись. Ты расчистишь мне дорогу к великану, чтобы я не тратил силы, и получишь щедрую награду. Встречаемся у пещеры Желтый Камень и вперед. Я верну свое племя, а ты... Ты оставишь нас в покое. Ну что ж, отправляемся. Пещера Желтый Камень. Немножко придется пройтись. Покончим с этим. Да уж, вот городского орка неумехи нам тут только и не хватало. Наконец-то мы спасены. Я поведу, но держись поблизости. Пора заканчивать. Пещера, ну, такая себе, не очень сложная. Тут из врагов у нас будут мишки да великаны. Ничего особо страшного в этом, в принципе, нет. Главное, на глаза им не попадаться с моим стилем боя. Тише ты, не шуми. Вся прелесть в том, что он их не агрит. Именно поэтому эту пещеру становится бойцам в стелсе проходить довольно-таки легко. Мать твою, вот это Скайрим. Вот это Скайрим гонит, конечно. Давай, вперед. Ты там обещал, что дорогу будешь показывать. Вот и показывай. Роща гигантов. Собственно, то место, где он должен подраться с ихним вожаком. Ладно, пойду убью великана.
Если, конечно, ты не захочешь заработать еще немного золота. Не, это должен сделать ты. Ладно, тогда жди здесь. Я быстро. Давай, давай. Пойду посмотрю. Как он там быстро. Давай. Все? Да, быстрый ты, блядь. Я Марс был глупцом. Всегда пытался сбежать от ответственности. Таки да. Но тебе удалось убрать и его, и великанов. Две проблемы долой за один раз. А теперь... Отнеси молот Шагрола обратно в Ларгашбур и попробуй убить в остальных немного толка. Этим и займемся. У него полный сет орчих доспехов, кроме щита, но щит мы можем получить там на алтаре. Собственно, кому интересно, на начальных этапах игры довольно неплохой сет. Ну что ж, возвращаемся обратно в Ларгашбур. Здравствуйте! Ларгашбур не скоро забудет о твоих подвигах. Мы должны снова поблагодарить тебя. Но как же я, Марс? Понятно, он не выжил. Он умер достойно? Он умер в бою. А, это добрая весть. Я Марс был трусом и глупцом. Его предательство дорого обошлось вам всем. Так он наказан? А что будет с нами? Какой жребий ждет нас? Вам придется показать, что вы достойны. Но я дам вам шанс. Теперь старшим станет Гуларзон. Будем надеяться, что он окажется лучшим вождем. Ты положи молот на алтарь. Кроме тебя никто не оказался достойным. Собственно, квест «Проклятое племя» выполнено. Мы получаем очень неплохой молот. Собственно, Волендранг. Одно из самых красивых орудий. По крайней мере, для меня. Дейдрический клинок и вот этот молот — это я приложу все усилия, лучшее орудие вообще для убийства. Я не знаю, почему Малакат выбрал меня. В плане двуручного оружия для бойцов Скайрима. Что-то я немножко хотел что-то задвинуть интересное, но не получилось, увы. Вот такая вот пушка, на самом деле, очень неплохая для любителей... молотов. Отличное оружие. Естественно, топовые пушки, такие как дейдрические и драконьи, они будут на порядок лучше, но не намного. А внешний вид тут просто великолепен, по-моему. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Сегодня мы прошли с вами квест «Проклятое племя». Дейдрический принц Малакат. До новых видео. Всем пока.